Сегодня ГИБДД Краснодара озвучила предварительные причины аварии с участием защитника футбольной Кубани Андрея Ещенко. Он значительно превысил разрешенную скорость на мокрой дороге, потерял управление. ДТП произошло накануне утром на Кубана-набережной. Ещенко, управляя своим спорткаром Nissan GTR, наехал на бордюр и врезался в столб линии электропередачи. Но даже препятствие не остановило разогнавшуюся машину. Полностью искореженный автомобиль остановился только через 20 метров, повредив забор. Также правоохранители установили, что Ещенко был трезв. Составлен административный материал по факту ДТП. Материал передан в административную практику для дальнейшего принятия решения. Водителю данного автомобиля Nissan грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей за повреждение дорожного сооружения. Дорожная служба и собственник столба электропора обратятся в страховую компанию водителя для возмещения ущерба. Сейчас Андрей Ещенко находится дома, тяжелых травм ему удалось избежать. Однако следующую игру клуб проведет без его участия.